Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня шестой урок. Мы продолжаем разбирать коучинговый или тренинговый урок AJ Hawk Health and Fitness. Здоровье и фитнес. Итак, разберем перевод следующего абзаца. So, it's very simple. Итак, это очень просто. I have two things. У меня есть две вещи. Number one, вещь номер один. Starting today, going forward, you are gonna move your body for 1 hour every day. Starting today, начиная с сегодняшнего дня и далее, и впредь, you are gonna move. Вы будете двигаться или двигать ваше тело дословно for 1 hour. В течение одного часа, every day, каждый день. That's it. И это все. I didn't say go to the gym. Я не сказал, идите в тренажерный зал. And work out super hard. И работайте очень напряженно, очень интенсивно. For an hour every day. В течение часа, каждый день. You don't have to even run every day. Вам даже не нужно каждый день бегать. You can go for a nice, easy stroll 1 hour every day. Вы можете отправляться на приятную, легкую прогулку один час каждый день. A stroll is a very relaxed walk. A stroll – это такая очень расслабленная, неспешная прогулка. И все. Here's the thing. You can use these all the at the same time that you learn English. You can use these at the same time that you learn English. Вы можете использовать это в то же самое время, at the same time, когда вы учите английский. Guess what? Догадайтесь, что? You can get your little iPod. Вы можете взять ваш маленький iPod. And you can be listening, и вы можете слушать to your iPod, listening to your Advanced Conversation Club lessons, слушать свои, наши, ваши, sorry, уроки для продвинутого разговорного клуба as you walk, в то время, как вы ходите, в то время, как вы на прогулке. You are doing two things at the same time. Вы делаете вещи одновременно. You are getting some energy into your body. Вы как бы направляете, обеспечиваете энергию в свое тело. Moving your body, двигаясь или двигая его, это тело. And at the same time, и в то же время, you are feeding your mind. И в то же время вы питаете ваш мозг. And improving your English ability. И улучшаете ваши способности в английском языке. And, так, мы закончили этот абзац. Давайте посмотрим, что мы можем взять для пересказа. Так, здесь он говорит о первой вещи, да? Что нам нужно в течение часа каждый день двигаться. А точнее, он предлагает нам легкую прогулку в течение часа. И в то же время слушать уроки английского. И тем самым мы получаем две вещи. Мы обеспечиваем энергией наше тело и питаем наш мозг. Итак, попробуем пересказать. In this paragraph, AJ tells us that we should walk for an hour every day, or we should move our body for an hour every day. And he recommends at the same time to learn English, to listen to English lessons. And at the same time, we are doing two things. We are getting some energy into our body and we are feeding our mind and improving our English ability.
Итак, следующий абзац. This will help you learn English faster and remember better. Это поможет вам изучить английский быстрее и запомнить лучше. Why is that? Почему это так? Because when you move your body like this, потому что когда вы двигаете подобно этому, when you are listening as you move, когда вы слушаете в то время, как двигаетесь, your heart starts pumping more. Ваше сердце начинает качать больше крови. Blood starts moving through your body more. Кровь начинает двигаться через ваше тело в большем количестве. And your brain gets more blood. И ваш мозг получает больше крови. And you feel a higher level of energy. И вы почувствуете более высокий уровень энергии. Because of that, и поэтому you'll remember better. Вы запоминаете лучше. You'll focus better. Вы лучше концентрируетесь, фокусируетесь. And therefore you'll learn faster. И поэтому вы учитесь, и следовательно, therefore, вы учитесь быстрее. Учите быстрее. Так, посмотрим, что у нас еще здесь. You actually improve your studying ability. Вы улучшаете свои способности к обучению. Итак, что мы здесь можем выбрать для пересказа? Мы можем объяснить, почему в это время мы лучше запоминаем, лучше изучаем английский. Окей. Okay. In this paragraph, AJ explains us, объясняет нам, explains us, that when we are listening as we move, we learn English faster and remember better. Because our heart starts pumping more. And our brain gets more blood. And we'll focus better and we'll learn faster. We improve our studying ability. Итак, мы разобрали еще два абзаца. Продолжение в следующем видео. Нам осталось еще, наверное, в два видео мы уложимся. Желаю вам успехов. Не забывайте повторять самостоятельно, пересказывать себе или своим друзьям, товарищам, партнерам по изучению английского. И еще раз вам успехов на этом пути. Не останавливайтесь, двигайтесь вперед, и вы обязательно достигнете своей цели.